подписывайся на канал. Друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, с вами Дима, и мы продолжаем с вами прохождение игры Вампир. Так, ребят, ну что, в предыдущей серии мы с вами отправились искать Хэмптона Шона. У нас в больнице, значит, недавно бойня была жесткая, очень много трупов, и он у нас главный подозреваемый. Надеюсь, это не он, потому что, блин, это тот самый священник, которого мы спасли в самом начале, мы плыли на лодке, и его там ранили жестко в бою. Вот, скорее всего, он заразился, но надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет, сейчас будем узнавать, да или нет. Ух ты, камушек, прикольный камушек. Левитирует, понятненько. Вот у нас строительная площадка, мне прям сюда надо. Мне надо сюда, и что здесь? Исследовать все надо или нет? Можно тут что-нибудь подобрать? О. Патроны, это... Так, винтовочные патроны? Что это за патроны? Какие-то длинные. Походу для винтовки. А у меня винтовки еще нету. Кстати, да, тут есть и дробовик, и винтовка, походу. И у меня всего этого нет. У меня только пистолетик несчастный. Который нифига не стреляет. Оба, она что такое? Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton. But I don't have time for men like you. Have we met before? No. But I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Какая ты подозрительная. Что, детектив, что ли? Так, спросить. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Mr. Modnik. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. Так, это у нас получается девчуля какая-то, которая прям вот революционерка до мозга костей. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Ну, естественно, они. Кто ж еще? You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Короче, понятно. Это еще у нас какая-то и... Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Какая-то жесткая слишком баба. Девушка. Девушка, девушка, девушка. Прям очень про-революционерка она. Так, мне все-таки где-то здесь надо искать. Так, сначала по ящикам пошарюсь. Че ты там орешь? Так, нашли ж как Шона Хэмптона. Значит, и где-то здесь он. Ну, в первую очередь, надо пораспрашивать всех. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks. Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town. You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well,
Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Так, лично ничего. Goodbye, Miss Paxton. А личных вопросиков не позадаю, нужны еще подсказки. Нужно пораспрашивать в этом райончике всех обо всем. О, шекели подбираем. Шекели нужны. Шекели лишними не будут. Вот тут еще ящички. Старая газета. Так, это у нас дом, который взорвался. Что-то взорвалось. И прям угол вынесло. Так, бомба взорвалась на рассвете перед оружейным заводом Доусон и Доусон. Крупнейшим предприятием района. Взрывной волной выбило все окна в северном Саутарке. Это чудо, что погибли только два человека, заявил старший суперинтендант Александр Брайтон. Так, а здесь у нас... Блин, где мне находить ключики? Я уже не первый такой ящик или сундучок вижу, где... Который можно открыть. По-любому там что-нибудь будет кайфовое, ценное. Нужны только ключи. А где их взять? Непонятно. Так, где кабинет его? О, а это похоже на кабинет. И где Шон? Странно. Очень странно. Кабинет нашел, а Шона нету. Выше не подняться. Блин, ну если он обратился, вряд ли он тут где-то будет. Скорее всего, он по районам где-то ходит и кровь пьет. О! Тоже кабинет. О! Здорово, чувак! Ядрить тебе плохо. Он вампир. Он вампир, инфосотка. Смотрите, глаза какие у него. Довольный. It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. В смысле есть плоть? Блин, есть плоть. Мы плоть не едим, мы кровь сосем. Он кто-то другой, это какой-то странный вампир. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross. Nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Не понял. У моих сородичей нет таких недостатков, как у вас. Что это значит? Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. And what about William Bishop? He tried to take care of you.
But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Wonders never cease. Skaal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? Он просто Скаль. Он упырь. Обычный упырь. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? But you were close to her. Of course. But she was lost. Separated from the fold. She did not see the hand of the Divine in my blessed condition. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. Чё-то вообще непонятно. А чё ты так ехидно улыбаешься, а? Врет или нет он? People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Ага. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. Вот так, он даже ход конем. Это либо сейчас подстава какая-то будет, либо, правда, он знает что-то такое, чего не знаю я. Почему он, являясь Скалем, не является таким низшим существом, то есть не жрет всех подряд, а более-менее разумный. Кровь он не пьет, значит, Скали они только едят плоть, не пьют кровь. Так, куда мне идти? Так, прямо, короче, понятненько. Мне нужно к берегу. К берегу, там канализация. И в эту канализацию мне надо спуститься. Ой. Так, идите, идите. Тихо. Кто там? А, вон он. Чертила, ну иди сюда. А, не попал, да? Ну, это зря. Там еще кто-то. Блин, вас много. Так, я сейчас ультану. Тварь. Успел. Да блин, какой же он резкий. Это я что, ультанул так? Все хп ему снес. Одним ударом. Так, мне сюда, канализацию. Так, сейчас, короче, мы выясним, или он меня подставить хочет,
То есть здесь какой-нибудь жесткий будет типуля, который будет меня убивать, пытаться убивать. Либо реально я здесь найду ответы на все вопросики. Так, на всякий случай я сейчас хряпну что-нибудь. Чтобы хпшку восстановить. А у меня ничего нету, да? Ну да. Ну да. Ну ладно. Будем выживать, как обычно. It's locked. Надо смотреть канализацию. Здесь что-то даже нажать можно. Сейчас, сначала ящики лутану. А, тут какая-то загадка даже есть. Фига себе. So that's it. These wheels control the water level. А мне воду спустить или поднять надо, я не пойму. Скорее всего, поднять. А может и спустить. Ладно, я там могу перепрыгнуть на сторону. И чё толку, что они открылись, я не понял. Здесь я наверх не залазю. А, все, я понял. И что это дало? Во, ага. Так, все, теперь я там могу пройти. Решеточка открылась. Так, где мыши вы где? Дайте мне одну пососать. Нету их. Keep out. Скали мертвые. Оба-на, а что это такое? Тут секта какая-то живет, не пойму. А? Что это было? На очке. I have this thirst for blood. Ну дайте мне еще одну. Блин, ну а что делать? Что делать? Выживаем как можем. Вообще-то чума на дворе. Придется, приходится кры жрать. Блин, да тут заблудиться очень легко. На самом деле я уже давно заблудился. Ah!
О, старый знакомый. Maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again? The one they call the sewer dog? Hold your tongue, new boy, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Да ладно, я не хочу с ним драться, алло. Respect the laws of Ascalon. Да, хотя он какой-то вообще не очень. Но урон ему наносится, конечно. Слишком. Ого. Так, на всякий случай хпшку восстановим. Способности у него крутые. Где есть чертила? Ух ты! Down. Блин, а? Погоди, не, у него урон небольшой. Не. Псина проклятая. Чё-то у меня сейчас такое подозрение есть, что этот Шон, который Скаль, который держит себя в руках, папа, в общем, он меня сюда специально направил, чтобы я вот этого вот хрыча здорового завалил, потому что он терроризировал обычных Скалей. То есть, да, улавливаете суть. Просто меня натравил на этого быка, так как сам не мог с ним справиться. Блин, а? Если это так, то дела очень плохи мои. А ну хрен с ним, я этого попа тоже завалю. At least one skull escaped Fergal's wrath.
Так, походу я иду туда, куда надо. А прыжок тогда зачем там был? Куда эта дорога ведет? Нет, это тупик. Нет, не тупик. Оба-на, вот это да. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Конечно, благодарна, нифига себе. Кого я завалил? Please, who are you? I sense your sadness. If you must know, they call me Old Bridget, and this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon, but I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Skal. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. The guard of Priwan is hunting him. He is suspected of murder. The Skulls have always been hunted by humans and vampires alike. I teach them how to survive against the odds. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Вот это поворот. Вот это вот здесь жизнь. Я думал, здесь только люди и вампиры. Оказывается, здесь скали, еще какие-то есть волка, что-то там, лаки или кто там. Так, поговорить с Харриет и выяснить, как у нее дела. Тут своя, свой город. Своя община, нифига себе. О, салям алейкум. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I have so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them.
How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Может, она превращается в кого-то? Потому что смотрите, какая у нее рука здоровая одна, прям сухо, как у того черного дядьки была. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet, always alone. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. Shadows? Tell me what you saw. The shadows. They heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick. Deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say?
Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Короче, вот это вот жесткий поворот, прям очень-очень жесткий. В общем, то есть такие подозрения, что вот эту вот женщину обратил тот же чувак, что и меня. Только меня он почему-то обратил случайно, у меня такое предположение, а ее нет. Ее с целью, чтобы убить меня, возможно. Мне кажется, она в кого-то превращается, потому что посмотрите, какие нога одна здоровая, прям рука одна, бицуха. И есть подозрение, что в будущем я с ней потом буду сражаться. Когда она уже окончательно превратится. Вот, а сейчас мне нужно вернуться в убежище Шона Хэмптона и поговорить с ним. То есть он мне сказал изначально сюда прийти для чего, чтобы я увидел вот эту бабенку, и я понял, что он, Шон Хэмптон, не убийца, а он на самом деле, да, вроде как нормальный чел, ну, в общем, поговорим с ним и узнаем уже более точно. А что за тень к ней приходит, это уже вопрос, потому что ко мне тоже тень приходила, но она была красная, а у нее какая-то черная. Короче, вообще непонятно, и, скорее всего, еще какие-то персонажи здесь появятся, и будет все очень жестко и очень-очень-очень интересно. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайся на канал, пиши комментарии, ставь обязательно лайк. Мне это будет самой лучшей наградой. И всем пока.